Да, это, как вам сказать, это постоянная борьба. И, как знаете, как говорили в фильме «Гараж», по-моему, у Эльдара Рязанова, когда он говорит, как он сказал, вообще, у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Вот, это реально у нас же получается, у нас же сидит два «я», да, один хороший, один плохой. И ты все время борешься с хорошим, с плохим. Тот, который, ну, неправильно воспитан или склонен к слабости какой-то, он, получается, плохое «я» побеждает, совращает и так далее. А хорошее «я» ему всегда сложно. И поэтому вот здесь вот победить надо самого себя именно в хороших делах. И каждый из нас несовершенен, и поэтому тебе приходится постоянно с собой воевать, что вот это нужно делать, а вот это не нужно делать, или вот это можно делать, это нельзя делать. Там плохое «я» говорит, да ладно, расслабься, там потом все пройдет, все будет нормально, а ты понимаешь, что этого не сделаешь, будет то-то. И постоянно, то есть нет такой панацеи, у каждого свои проблемы, вот эти вот победы над собой. Ну, первая победа над собой, это, которое должно существовать всегда, это нужно, ну, это прописные истины. Быть честным, справедливым, я не знаю, смелым. И что самое важное, с моей точки зрения, жертвенным. Я имею в виду, ты должен, если ты с кем-то идешь или что-то такое у тебя есть, ты должен быть готов погибнуть ради этого человека.